всех с наступившим Новым годом, ребят. Вот. Ну, я не думаю, что сегодня кто-то будет смотреть, потому что, как правило, у 99% населения либо все спят, вот, либо не спят. Вот такие новости. Жорик вышел покушать. Смотрю, кушает крапиву. Вот, чувствует себя нормально. Вот. Барбусят, малышей покормил я, как этим, чем? Нематодой покормил. Вот. Вот. Скалярок покормил. Сегодня второй раз пробовал Айлер троечка. Отлично. Крупных скалярок. Вот. Эпилевикохромисов. Покушали хорошо. Сейчас сыпану еще нулевочку. Здесь у скалярок, у пельвиков все хорошо, все чудненько. Свет не включаю, включу свет вечером. Вот, здесь у рубасиков тоже все хорошо. Все чудненько, отличненько. Скалярочек тоже этих покормил. Вот сейчас добавил еще, видите, еще кушаю. То есть я кормлю, ребята, разок покормил чуток и потом второй разок. То есть я уже смотрю именно по брюшкам скалярок, то есть по количеству корма я вижу, что уже маловато. И даю еще второй раз. Вот смотрите, какая красота. Вот как на измену выбивает вот эта рыбина. Думал, опять сдохла, да? Вот. Ну вообще, ну не шевелится и все. Бля. Никаких признаков жизни. Сейчас проверим, сдохла или нет. Вот. А как проверить, я даже не знаю. О, не сдохла, видите? Ну, скалярки чуть инфаркт не получили. Но рыбка живая. Вот смотрите, еще сегодня обнаружил вот этот рак, что был полинял. Он сегодня на фильтр залез. Так интересно. Сидит на фильтре и балдеет, загорает. Вот. Второй вроде бы в домике там. Не вижу сейчас в камеру. Да, он в домике второй. А этот здесь залез и балдеет. Дал тоже им гранулы, дал алер, так как здесь гутнушки. У этих рыбок все хорошо. У этих рыбок тоже все хорошо, покормил. Вот. Такие еще. Здесь все отлично у раков. Вот. Все у них хорошо. Он воюет вверху. Он воюет, они там. Что-то два рака не могут понять, кто ходит, кто быстрее вылезет наружу. Барбусята. Тоже у них все отлично. У петушков все отлично. Увидел у одной самочки икринка. Вот я ее сюда отсадил. Самочка такая интересная, красивая. Сейчас я присвечу, она как бирюзовая. Вот, вот такая вот самочка. Где вот, видите? Вот. Она уже была под нерестом один раз. Вот, вот именно эта самочка. И она была под нерестом, кажется, не у этого петуха, а у того петуха. Ну, сейчас поменяли самца, посмотрим. Ну, видно по ней, вот, по брюшку, видите, у нее брюшко, сейчас я ее поймаю, брюшко у нее как в полосочку, да, то есть она вот выдавленная была. Вот сейчас и корочку она набрала, вот, ну, гнезда нету, пока не построить гнездо, я освобождать не буду. И посадил красного самца с ней на нерест, синий кусто отдыхает. Вот, вот такие, ребята, скажем так, на сегодня новости, да. Ну, новостей таких, как правило, вернее, особо никаких нету. Вот такое вот маленькое видео. Вот. Что, сейчас буду закрываться и пойду домой дальше отлеживаться. Вот. Ну, хотя даже не отлеживаться, вот у меня есть начатый фильтр Аэролифт незаконченный, да. Сейчас возьму дрель, сверло, дома хоть что-то поделаю, а то как-то время уходит, а работа стоит. Фильтр, говорю, фильтр этот, компрессор я проверил, дует отлично, то, что надо мне, потому что, ну, он дует мощнее, чем вот этот Сансанг 4-выходной. Ну, он и по ваттам мощнее. О, так, хороший, Саш, компрессор, спасибо тебе. Вот. Сегодня, если чуть-чуть станет, скажем так, полегче, голова перестанет болеть. У меня от насморка гайморит и болит голова.
Если станет полегче, то перекинусь проводкой сюда, запущу этот нерестовик и закину желтую самку. Вот видите, и я смотрел что-то, только вот я не могу понять, вот за черной этой постоянно толпа гоняет. То ли она родила, то ли она вот-вот родит. Вот непонятное поведение самцов. Вот, ребята, если кто, скажем так, знает, что мне с ней делать, то ли сейчас отсаживать, то ли уже поздно ее отсаживать, подскажите. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И до следующего видео. Всех с наступившим.